Когда возраст спорту не помеха, команда окружных спортсменов высокого возраста отправилась на вторую спартакиаду пенсионеров России. Она пройдет в Саратове. Нашу команду в составе 8 человек ждут нешуточные состязания в личных и командных зачетах. Средний возраст участников впечатляет – почти 70 лет. Нина Абакшина едет на спартакиаду уже во второй раз. За плечами не просто опыт и подготовка. Вся жизнь Нины Александровны связана с движением. В молодости она участвовала во всех видах спорта, заложенных в комплексе ГТО. И сейчас не мыслит себя без физических нагрузок. Все время хожу, и в лес хожу, и на теннис хожу, и в бассейн хожу, так что я-то, с одной стороны, круглый год, как говорится. Вот. Только зимой просто больше ходим в лес, потому что бегать там как бы негде. Вот. А так вот, когда с палками тренируюсь. Показать свою спортивную подготовку Нине Абакшиной предстоит в трех видах спорта – настольном теннисе, плавании и беге. Всего же на спартакиаду пенсионеров России отправились 8 наших земляков – 4 мужчины и 4 женщины. Кроме настольного тенниса, плавания и бега, в личных зачетах им предстоит сразиться в стрельбе и, пожалуй, в самом интеллектуальном виде спорта – шахматах. А во второй день наших спортсменов ждут общекомандные зачеты по легкой атлетике и комбинированной эстафете. У капитана окружной сборной тоже богатое спортивное прошлое. С детства гонялся за мячиком, шутит Николай Чеснейшин. Футбол, конечно, остался в прошлом. На спартакиаде он сразится в стрельбе и настольном теннисе. Они нас подвигают к занятиям, к активной жизни. Как и спорт, это образ жизни наш. Дисциплина, это спортивное долголетие. Поэтому такие соревнования нам, конечно, нужны. Каждый из спортсменов готовился к спартакиаде индивидуально. На плавание ходили в норд, на теннис и стрельбу в лидеры в труд. А заявка на победу у нашей команды более чем серьезная. Успехов перед важными стартами спортсменам пожелал глава региона Игорь Кошин. Главная наша победа будет в том, что у нас есть команда. У команды будет возможность выехать, пообщаться со своими соперниками, поддерживать друг дружку. Вот это будет самая наша главная победа. Нам не важно, какое это будет место, нам важно, чтобы команда была вместе, дружной, сплоченной. Кстати, в прошлом году сборная Ненецкого округа показала отличный результат, став 24-ми из 54 регионов участников. В этом году наши пенсионеры хотят подняться значительно выше. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, телеканал «Север».